видіскоп. Тренера этого давно знал, он не работал в женском туре, но он работал в мужском, он работал там с Энди Марем, до сих пор находится с ним в очень хороших отношениях и всегда, то есть он был в туре, но в мужском более, поэтому я с ним встретилась где-то 2 года назад, это было в академии в Бельгии. И я там с ним немножко там пару тренировок поработала, но, к сожалению, в тот момент он не мог со мной работать, у него были там свои планы, своя работа. И, то есть, у меня все как бы оставалось это, но я знала, что он есть, то есть, и всегда есть возможность с ним поработать, просто надо время, потому что у него как бы своя работа была. И думаю, что так сложилось, просто я рассталась со своим тренером, и мы поговорили с ним, и он был свободен в то время, и он был очень как бы удивлен, что я вернулась именно вот к нему, что у него такое предложение, что я как бы готова с ним работать, и он был очень так удивлен и очень хотел тоже со мной поработать. Так сложилось, что именно в данный момент у него не было работы, которой он не мог бы отказаться, и он там уже отказался от той работы, с кем он там работал. Он работал там сеньорами в то время. Думаю, что это мне помогло. Он у меня немножко другой, чем был предыдущий. Он больше уделяет мне времени по психологии. И для меня это именно в тот момент, когда у меня были там проблемы на корте какие-то непонятные, которые взялись там на Умблдоне, когда я проиграла тоже очень рано в первом круге. Я думаю, что он мне именно помог выйти из такой маленькой ямы, которая была и присутствовала тоже. То есть в рейтинге я немножко там остановилась, не было никакого прогресса. Поэтому было проведено очень много работы с ним. Витископ. Спортивное видео.